Ментальное расстройство личности является глобальной проблемой современности. В условиях стресса они проявляются у каждого четвертого человека и имеют множество разнообразных признаков – тревога, частая смена настроения, различные фобии. Понять и принять этих людей, таким образом исправив ситуацию, именно этим занимаются специалисты Брестского клубного дома. Оно, по сути, направлено на интеграцию людей с психическими особенностями в общество, а также на преодоление различных барьеров и стереотипов в отношении лиц с ментальными заболеваниями. Мы скорее направлены еще на снижение такой стигмы, да, в обществе, потому как это является большой проблемой и препятствием. Вот. И поэтому, конечно же, прогресс есть, и люди стали легче относиться к, скажем так, тому, чего они не совсем понимают. Формы и методы взаимодействия самые разные. Специалисты Брестского клубного дома оказывают необходимую помощь и поддержку в реабилитации людям с ментальными расстройствами уже на протяжении 6 лет. Кроме того, они проводят различные мероприятия и мастер-классы, помогая таким образом узнать больше о людях с психическими заболеваниями. Тема психического здоровья, она достаточно такая табуированная, и в обществе не принято говорить на эту тему. Такая тема кухонная, люди чаще болтают о ней в каком-то узком кругу, и ввиду того, что все подвержены психическим заболеваниям. По статистике ВОЗ каждый третий в течение жизни может вот заболеть, то мы считаем важным говорить на эту тему открыто и делиться своим опытом. Одна из форм взаимодействия – ментальная кухня. Тематика встреч различная. В этот раз каждый участник попробовал себя в роли кондитера, расписал печенье глазурью, а занимаясь таким спокойным кулинарным творчеством, был повод и поговорить, так сказать, по душам. Это очень помогает людям отвлечься от своих проблем, зарядиться положительными эмоциями и как-то, ну, радость не становится жить. Особенно важна совместная деятельность, и когда вот человек находится в коллективе, и, ну, это как-то влияет. Вот каким образом, там, какие механизмы запускаются, я не знаю, но это ощутимо. Инклюзивное мероприятие «Ментальная кухня» способствует формированию толерантного отношения к людям с психическими заболеваниями, взгляду на человека сквозь призму личности, а не его болезням.